Тот конфликт, который у нас сейчас есть с точки зрения религии, например, он бесспорен. С той стороны сатанисты. Потому что они творят, потому что они делают. И для любого человека авраамической культуры и христианство, и ислам, и иудаизм, все, что сейчас идет с Запада, это является сатанизмом прямым. И вопрос противостояния защиты, он даже не рассматривается. Он априори понятен. То есть это тема, которая не требует доказательств. Это другая точка зрения. Вот цивилизационная точка зрения говорит, то, что сейчас происходит, это не просто норма, это обязанность любого человека, считающего себя представителем авраамических религий, встать и сопротивляться этому в том или ином виде. С точки зрения политических, можем говорить, с точки зрения культурных, цивилизационных, оно выглядит именно вот так.